Азик, Азик вышел. Где? Смотри, какой. Ох, ё-моё, мы тут шли. Тут спортсмены. Спортсмены, велосипедная дорожка. Тихо, тихо, дети плачут. Собаки. Собакам запрещено. Идем. Юра говорит, я нашел, говорит, идем покажу. Ого. Не, ну это жестко. Блин, а фары украли. Да это вообще шикарное не то слово. Сейчас. Слышишь? Тут смесь, тут есть? Тут есть все, короче. Нива H69. Лобовое с Нивы, кстати. Двери с Нивы, морда. Да нет, ну тут кусок. Смотри, а вот это где-то кусок забора вот варен, видишь? Вот кусок забора варен. Нет, это Волга уже варен. Волга, думаешь? Слышь, а вот это что? О, а это с буханки, кажется, вот эта концовка, или нет? Окно. Да? Какие-то мотивы буханки. Блин, ну шикарная, блин. Напиши объяву, куплю автомобиль. Вы не знаете хозяина? Нет, они здесь это, лимонад продают. Лимонад? А, да, с него? Да, с него. Ой, блин, так может поменять им? Что там, есть что-то? Есть что-то внутри? Не мама мотора. А, облегченка. Блин, нет мотора, блин. Ну, амортизаторы тут какие, такие, как не надо, H69, оригинальный, он через фару может посмотреть. Через фару, рычажные тоже не актуально. Ну, нет, стой. Тут рядом идет и сразу обычный. Кенгурятник. А, и обычный он есть. Не, ну аппарат серьезный вообще. Хабы есть. Слышь, куда я не пойду? Преследуют. Ну сзади, видишь, что-то тут непонятно. А, колпак просто стоит. Меня эти машины преследуют, блин. Крыша, смотри, кусок Нивы крыша, а дальше типа... Есть автопром, тут даже есть от москвича что-то, вот смотри. А ну, ох, есть, да, от пирожка, смотри. И дверь задняя, а дверь задняя нет, дверь задняя это калитка где-то во двор была. Хендмейд. А ну подожди, а вверху что? О, вверху. Он не высокий, так есть? Чем классно, он не высокий. Да подожди, лужа есть вверху, смотри, это в случае засухи можно? Да, фонари уазовские, дышло. Да, с пирожка с москвича. У тебя выше, да? Да. Этот низенький такой, прикольный. Не, ну крутая машина, в общем. Да, неожиданно. Шли и нашли, да. От нас она... А ну, подержи. Секунду, сделаю фото красивое такое в лучах заката. Не, ну машина просто поражает своей эргономикой и конструктивными решениями. Да. Я думаю, если моторчик какой-то легенький поставить, тоже будет вариант. Да, интересный вариант. Ну, хорошо, что двери такие со стеклоподъемниками, с этим. Герметичное более-менее, лобовое. Проклеены, да? И на рессорах. Кстати, запас по колесам можно втулить, блин. Нормальное 33 легко, блин. А то и больше. А то и 34, как у Макса. В общем, нормально прошлись, не зря гуляли, видео сняли, всем спасибо, подписывайтесь. Желаю всем приобрести такую сказочную машину. Нам ее не продадут, говорят, тут люди лимонад с нее продают, тут набережная Оболонская. До встречи, друзья.